Да. О, вот и эльфы. Правда, на такой карте, где можно за эльфов. Сложно за эльфов выиграть. Мне бывает частым. Фортелекса. Да, там хавка. Вспоминаю, как мы... Как последний раз хавка у нас на ФФА был. Приходил. Ну, сразу видно, профессионал пришел. То есть там... Он, правда, играл за Альянс. За его родную расу. Но даже если бы он играл за любую другую, он бы прокатил бы просто, я думаю, так же, как и за Альянс. А, постойте. А, нет, слушайте, его же убили. А, я его... За андедов я его убил. А, да, да, я убил его за андедов. Ну, из-за чего там было? Забыл просто, из головы вылетел. Такое часто бывает. Приходят фоги, хавки, ну, всех не упомнишь. Как такое можно забыть, конечно. Я реплей сохранил. Все. Теперь эту победу мне никто не отнимет. Ох, что же делать-то, а? Как же быть? Через что играть? Жду приказа. Хорошо. Ладно, проверю соседа этого. Вдруг окажется. Жду приказа. Не очень расторопный. Мудрость. Ой, у меня блейдмастер, блейдмастер. Ой, там козел. Тихо, тихо, тихо. Что прикажете? Укажите мне путь. Прикажете? Ваш ход. Хотя можно было и не тратить. Но блейд это клево. Блейд, особенно на такой карте, это прям ух. Что прикажете? Прям ух. Я считаю. Я по фасту. Пыщ. Я готова. Жду приказа. Что, в атаку пойдешь, что ли? Что прикажете? Жду приказа. Не пойдет он никуда. Ай, господи, 5.25. Надо будет ботиночки приобрести. Да. Что прикажете? Я даже так. Слушаюсь и повинуюсь. Это чика, я считаю. Что прикажете? Мой лук всегда со мной. Да, повелитель. Да. Укажите мне путь. Слишком просто. Что прикажете? Да, повелитель. Жду приказа. Что прикажете? Укажите мне путь. Ни слова больше. Да, повелитель. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Что прикажете? Все, вроде он так просто со своей базы уже не выйдет. Ни слова больше. Да. Что прикажете? Я-то выйду. Шолдиска. Да. Шолдиска. А он-то нет. Да, повелитель. Мой лук всегда со мной. Что прикажете? Да. Готово. Да. За ботиночки мне надо сходить. Так, козла, кстати, можно вообще уничтожить. Слушаюсь и повинуюсь. Жду приказа. Не проблема. Да, повелитель. Что прикажете? Хотя не смогу я уничтожить козла. У нее еще есть прикажете? На прикопку одну. Да. Солнышко. Слушаюсь и повинуюсь. Ваш ход. Готово. Что прикажете? Солнышко. Укажите мне путь. Да, повелитель. Что прикажете? Да, повелитель. Бывает. Что прикажете? Готово. Да. Готово. Беги! Вы еще убежал, господи. Какой халявщик все-таки, ну. Да. Как так можно что вообще? Приказа? Хорошо. Нахаляю, как говорится, и рад. Хороший выбор.
Кого-то, правда, уже там убили. Может, протектор сделать? Что прикажете? Да. Что прикажете? Я, наверное, соло БМ буду вообще играть тогда. Жду приказа. Да, повелитель. Солнышко. Соло БМ. Не, протектор-то нужен. Причем он должен быть агрессивный. Был, должен был быть агрессивным. Укажите мне путь. Что прикажете? Да. Дождемся, когда доделается. Прикажете? Ну ясно. Да, повелитель. Во славу пылающего клинка. Что прикажете? Всегда со мной. Но... Да, повелитель. Жду приказа. Что прикажете? Мой лук всегда со мной. Что прикажете? Ваш ход. Да, повелитель. Да. Что прикажете? Что он делает, я не пойму. Да, окружает Блейдмастера с маной. Хороший выбор. Да, повелитель. Что прикажете? Очень странно. Блин. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Да, повелитель. Да. Шодыска. Готово. Магазин мне нужен был. Магаза нет. Но поставить его можем. Ваш ход. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Что прикажете? Да. Да, повелитель. Во славу пылающего клинка. Да. Да, повелитель. Да. Ну, сейчас по-быстрому, по-быстрому, по-быстрому. Что прикажете? Его добивать. Да. Что прикажете? Да. Что прикажете? Очень странно, конечно, себя ведет. Что прикажете? Хотя не странно. Да, если прикопал бы еще разок. Что прикажете? Да. Готово. Что прикажете? Да, повелитель. Банзай! Что прикажете? Да. Бэссу! Да, повелитель. И алтарь сейчас, главное, да. Отлично. Отменяю теперь катапульты. Что прикажете? Справа у нас презент. Надо сейчас делать второго героя все-таки. Протектор перекапывать. Да. Куда на более нейтральную. Жду приказа. Точнее, между базами, чтобы он был. Что прикажете? Рабочих бьем. Экспу получаем. Все-таки лорницу ставим. Что прикажете? Никакую лорницу, что ты несешь? Тебе же базу нужно поставить, у тебя леса нет. Что прикажете? Да. Хорошо. Что прикажете? Дальше проверим презента. Что прикажете? Гоблин, птица гордая. Пока не пнешь. Еще лесом. Да. Став, скорее всего, нужно что будет взять. Прикажете? Бутылками затариться, да, в магазине. Что прикажете? Да. О, СХ, да ладно. Такая имба. Ой, да, господи. Прикажете? Связочка, конечно. Что прикажете? Какая-то странная. Когда будет Iron Man? Пока неизвестно. Где враг? Будь исполнен. Да, что прикажете? Да. Сейчас я пройдусь, посмотрю, слушаюсь, занял ли он эту базу или не занял. Что прикажете? Ага, презент МК. Не, он воюет все еще. Хороший выбор. Прикольно, тут что у них на три фронта вообще война. Слушаюсь.
слушаюсь и повинуюсь. Да. Личевку вижу. Личевку убиваем. Все ради экспы. Слушаюсь и повинуюсь. Вообще надо нижнего убивать, конечно же. Что прикажете? Да, повелитель. Что прикажете? У него там много всего хорошего. Почему я грейд не сделал? Тоже лорниц строит. Да, этот остров надо делить. Вопрос только с кем. У него тоже герой отличный. Да, повелитель. Что прикажете? Готово. Готово. Заказываем. Готово. Да, повелитель. Что прикажете? Да. Ему очень сложно сейчас на два фронта работать. Прям вот, ну очень. Вступили в бой. Да, повелитель. Слушаюсь и повинуюсь. Скажите мне путь. Да прав мой клинок. Что прикажете? Что прикажете? Ой, плохо. Хороший выбор. Что прикажете? Наши воины вступили в бой. Да, да, повелитель. Шодыска. Хороший выбор. Что прикажете? Да. Где враг? Да, повелитель. Ну, экспа, понимаете, экспа-то не пахнет. Да. Отдай. Да, повелитель. Следование завершено. Что прикажете? Блин. Да враг мой клинок. Да. Что прикажете? Да, повелитель. Не буди его мне, зверя. Подчинить бы катапульты там. Что прикажете? ГГ пишет мурзилкам. Что прикажете? Хотя этот презент вообще где-то в другом месте тоже происходит. Третий герой, арбу обязательно. Блэйдмастеру. Да и манку надо подрегенить. Тут чуть назад еще медведя. Проходим, проходим, проходим. Арбу берем. Это да, это да. И еще Миша. Сейчас тогда ставим здесь следующую базу. И пытаемся захватить остров. Причем справа же андет еще пушит. Что прикажете? Да, повелитель. Последование у нас мало времени. Да, повелитель. Да, да, повелитель. Да, блин. Что я делаю-то? У второй СХ? Да. Да даже с моими кривыми руками будет весело. Тихо, такая жесть. Глобулин пишет ГГ, но это опять же не тот, который... Да, интересно получается. Юзер 15 тоже пишет ГГ. Ну, герой, конечно, сказочный. Раса сказочная, и герой сказочный. Это же круто. Главное сейчас не зафейлить.
А зафейлить можно разными способами. Вот, например, сейчас. Понаддаваться на Хумане. Катапульта как бы не очень. А где точка сбора там? Это и Блэйд, правда. О, это плохо. Убиваем героев. Ой, я не успел хекс сделать. Да, момент был, конечно, опасный. Так, так, так. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. ГГ пишет он. Что случилось в наших лесах? Да. Привет. Любопытно, кто же его там. Как я люблю ужин от земли природы. Да, повелитель. Исследование завершено. Убил. Хорошо, допустим. Допустим, мы ждем СХА, допустим, он выходит. Я пока здесь ставим еще базу. Остров наш. Дождусь Риджула. Все-таки еще медведь. Ну пока медведи дриады как наиболее универсальный такой микс из быстродоступных мне. Надо ботинки еще затарить. Ну на все про все что-то не хватает. Денег. Ну понятно, только две базы работают, третья только-только достроилась. Поэтому, ну сейчас пойдет, сейчас с трех нычек будет попроще. Так, надо серклетками затариться, хотя бы что там. Грейды не забываем. Дима какой-то в центре. А, тут серклеток же нет. Тут карта без... Карта без маркетплейса. Ладно, тогда медальками. Армор давай сделаем. СМФ. Спалили. Недостаточно золота. Что прикажете? Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Привет. Давайте тогда на Майта пойдем, который справа, который приходил. Он же вышел в конце концов. Значит, что-то там произошло. Что прикажете? Привет. Это узнаем. Да. Что же? Что прикажете? Что прикажете? Сапоги не купил. Готово. У меня подозрение, что как раз Андет СМФ его и убил. С кого начнем? Исследование завершено. Что случилось в нашем? Что на очереди? Да. Привет. Да, похоже. А вот он Андет, которого тоже нет. Что случилось в наших лесах? Ясно, еще две базы доступны. Тут можно даже построить прямо сейчас. Но больше пяти баз строить не стоит. Так, Круцификс, короче. Приходим к нему, смотрим. Первая нага, понятно. Привет. Это он
чем шумят деревья? Как готово? Да. Привет. Нагло и больно. Сейчас. Да, что произошло? Исследование завершено. Что привет. Прикажете? Так, что приказа? Что прикажете? Что прикажете? Кто на улице из команды? Привет. Да. Во славу была ищет. Добро. Что случилось? Тауренов надо еще подрезать. Что прикажете? Тут глядишь и Блейдсторм зайдет. Что прикажете? Что прикажете? Отдай. Так. Что прикажете? Да. Неплохо. Да, не но маны не хватает. Хоть убейте. И как это решить без... без такой тотальной закупки Shadow Hunter, я не знаю. Что случилось в наших лесах? Что приказано? Нужно прям затариваться серьезно. Прям серьезно. Ну и медведи так палевно идут еще. В чем шумят деревья? Привет. Да, повелитель. Что прикажете? Что приказано? Что прикажете? Кто на очереди? Да. Где враг? Что прикажете? Да. Что приказано? Удачно зашел. Как ни крути. Что прикажете? Что оп. Где враг? Наши воины. Будьте что прикажете? Напрать мой клинок. Что прикажете? Что приказано? Привет. Что прикажете? Шодышка. Во славу пылающего клинка. Где враг? Да, берите меня. Да. Привет. Что приказано? Что прикажете? Да. Телепорт. Минус сыхающий. Что прикажете? Короче, отобьется. А, да, крутится, отобьется. О-о-о-о. Такой тайминг. Перфекто. Капец. Вот то, что я люблю. Что прикажете? Что прикажете? Что прикажете? Просто то, что я люблю. Священная роща осквернена. И нужно быстро. Да. Что прикажете? Быстро сдавать базы. Да. Что прикажете? Чем могу помочь? Да, повелитель. Наши воины исследования завершены. Да. Господи, там герои вообще никакие. Понимаете, вообще, вообще никакие герои. Но, блин, я же... Ох, и здесь еще... Слушаюсь и повинуюсь. Что прикажете? Как я люблю. Да. Да. Посмотрим. Хороший выбор. Без Сахином сражаться нельзя. Да. Что прикажете? Да. Слушаюсь и повинуюсь. Блин, там затарка такая. Караул. Готово. Бунвелов сейчас не будет хватать. Да. Что прикажете? Сейчас Блейдшторм, правда, есть. Враги. Готово. Ну, поехали, ладно. Хороший выбор. Постройте линию колодца. Где враг? Да. Готово. Исследование завершено. Что прикажете? Отдай! И хороший выбор. Что
случилось в наших устах строить лунный колодец? Что прикажете? Брат мой клинок. Что приказа? Иду. Верно. Что прикажете? Да, повелитель. Убей. Что прикажете? Ладно. Квариас. Что прикажете? Шодыська. Так, гиппусы есть. Что прикажете? Что прикажете? Здесь будет так. Здесь ресурсов, не, ну, в смысле, саплаев не хватает. Да, проблему мы потихонечку решаем. Ну, давайте его убивать. Герой хороший. Главное сейчас не лезть на большое количество разных... Ну, короче, не агрить слишком много на себя. И не сливать в атаке значительную часть армии, чтобы не оказаться снова вот такой непростой ситуации. Ты сколько можно там? Наконец-то. Готов. Раз, два. Да. Он продает. Хороший выбор. Да. Шодыська. Банзай. Убиваем. Тут три. Тут восстанавливаем. Герой хороший. Я неплохо еще на нем прокачался. Гиппосы пока не нужны. Больше. Надо просто занять еще одну базу. И тратить бабло на закупки СХ. Готово. Готово. Где враг? Пиши. Выбирай сумму. Что приказа? Напрачь мой клинок. Что прикажете? Исследование завершено. Три свитка есть. База есть. Почти 80 лимита тоже хорошо. Ой, да ладно. Слушаюсь и повинуюсь. Где враг? Что прикажете? Что приказа? Ну, ребята, ну аккуратно. Что прикажете? Да. Сейчас. Да, повелитель. Да. Назад. Да, повелитель. Он, скорее всего, пойдет на правую базу. Вот на эту свежестроящуюся. Меня Хауль там беспокоит. Блейдшторм откатился. Землю-то, в принципе, мы, я думаю, ему сможем также заковырять. А что по грейдам? 3-3. Не, он сюда пришел. Надо больше гиппосов. Больше гиппосов. Ну поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Тут так, тут так. Тут так, тут так. Свиток давай. Раз. Свиток давай. Два. Свиток давай. Три. Радиоксон. Еще. Дай, гарк не осталось. Ну все, значит, надо его тогда добивать. Раз он такой настойчивый. Берем два свитка здесь, один свиток здесь. Нужно было еще протекшн. Гиппосов лишку. И к нему. Химеры еще пригодились бы. Это мейн. Ну, чтобы как раз проще было. О, тут круто. Крушев X активизировался тоже. А он будет сражаться еще. Ничего себе. Да, будет сражаться.
Что прикажете? Что прикажете? Кто на очереди? Что прикажете? Священная роща охранена. Готово. Привет. С кого начинать? Во славу пылающего клинка. Чудышка. О. Два хекса. Да, повелитель. Хороший выбор. У нас главный герой. Но эту базу я отдаю. Хотя... Во славу пылающего клинка. Будь исполнен. Что прикажете? Да. Два хекса дичь. Есть ли тиммейт? Что прикажете? Священная роща от термина. Да, я понял. Да. Ну, надо тогда быстрее добивать этого. Да. Что прикажете? Наши воины готовы к бою. Что прикажете? Да, приведите. Шодиска. Кто на очереди? Готово. Ладно, поехали. Что прикажете? Готово. Все равно гипсов много. Сейчас. Еще потанцевать здесь можно. И одним сыхой можно лечить второго сыху. Бесконечный практически цикл. Криту и там по 200. Что прикажете? Забрать мой клинок. Да что за имба? Что да, прикажете? Ничего не сделать. Да. Готов. Исследование завершено. Да, так, это да. Лишнее. Что прикажете? С кого начинал? Банзай! Мой клинок. Да. Да, привет. Сейчас. Кто на очереди? У нас мало времени. Да. Потом химерки. Да, и будем проходиться по следующему. Скорее всего, это будет вот как раз орк. Да, потому что уж больно много он решил отъесть. Рифлы? А, не, он орк уходил просто потому, что его на мейне убивали. Ну, понятно. А тут вообще невнятный товарищ 4-3. Ясно, то есть все нормально. Можно ставить... Можно вот 10 рабочих дозаказать. Можно поставить спокойно базу уже здесь. Ну и двигаться вот к этому хуману. У него тоже армия такая... Стрёмная очень. Да. Стрёмная. Поехали. Да. Приходим, начинаем. Что прикажете? Ждем ТП. Да ладно, да. Просто ко мне приходит так. Ну хорошо, окей. Правда, я могу не успеть тут из-за мортир. Что прикажете? Что прикажете? Кто на очереди? Я враг. Что приказа? Забрать мой клинок. Будь исполнен приказа. Да. Не, ну, фарш просто. Да, прилетит. Кто на очереди? Забрать мой клинок. О, верно. Иду. Судовой. Там Блейд пока всех режет. Что прикажете? Кто на очереди? Что прикажете? Да. Что прикажете? Так. Что прикажете? Регеним ману. Что прикажете? Надо еще ТП взять. Ну, герои имбовые, на самом деле. Что приказа? Кто на очереди? Да, повелитель. Просто имбовые герои. Сейчас добьем орком.
СМФ вышел, можно дальше его базу занимать. Вот, видите, как восстанавливается. Круц. Отменил героя. Пойду-ка я рабочих у него перебью. Это последнее здание, которое он заказывает. Чтобы выжить. Мне не нужен под боком еще человек, который героев строит. А, ну ясно. Хорош. Так, телепорт есть? Есть. Все хорошо. Поехали дальше. Готов. Надо по-быстрому... Ага, сюда одного медведя, сюда двух дриад, сюда героев. Здесь алтарь убиваем. Алтарь и мейн. Да-да-да, конечно. Еще подержусь тут. Так, медведь рычит, молодец. А, тут вообще никого нет. Телепорт пошел. Ой, а как так-то? Ладно, давай вот так вот лучше. Очень плохо сделан. А, с другой стороны, пофиг. Мне это простят. Учитывая то, что у него добычи нет. Нету добычи. Да, давай убей мне Блейда. Убей его полностью. Драйв героя. Тут танчик, ну конечно. ГГ. Да, ну дали эльфов, дали блейдмастера, а потом еще двух СХ. Это просто очень-очень-очень-очень халявные герои. Турели, привет. Слишком много гипа. Да, они были лишние в конце. Они остались. Но потребности в других юнитах, по сути, не было.